Не переедайте. Если человек излишествует в еде и часто переедает, он никак не может сосредоточиться на намазе из-за дискомфорта в организме. Имам Аль-Газали в книге «Минхаджуль Абидин» пишет, что касается потребления больше того, в чем есть нужда, то это беда для поклоняющегося и горе для тех, кто желает усердствовать в строгом следовании нормам религии. Я размышлял об этом и обнаружил 10 бед, которые являются следствием неумеренности в еде. От переедания сердце черствеет, его покидает свет познания Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Не убивайте свои сердца чрезмерной едой и питьем. Поистине, сердце погибает, подобно тому, как погибают посевы от изобилия воды». Один из праведных сказал, что желудок – это нечто наподобие кастрюли, кипящей под сердцем. Копоть и пар, поднимающиеся от нее, затуманивают и очерняют сердце.